Жил-добыл жадный богач Эбенезер Скрудж. Однажды работник Скруджа попросил отпустить его пораньше с работы, так как приближалось Рождество. Скрудж нехотя отпустил его. Работник поспешил уйти, но напоследок поздравил Эбенезера с наступающим Рождеством. Скрудж же громко ответил, ударив рукой по столу: «Не вижу смысла в этом глупом празднике! Уходи, пока я не передумал!» Работник поспешил покинуть контору Эбенезера Скруджа. Ночью того же дня Скрудж во сне почувствовал чужое присутствие в своей спальне. Открыв глаза и сев в кровати, Эбенезер Скрудж увидел своего давнего умершего друга Джейкоба Марли. Скрудж очень испугался этому и спросил, что Марли здесь делает. Дух ответил, что он был после смерти наказан за то, что не творил добро на земле и не желает подобной участи своему другу. Поэтому попросил трех призраков посетить Скруджа, в надежде на то, что они помогут ему исправиться. Дух прошлого показал то, как Скрудж был обычным бедным христианином, и как его покинула его девушка из-за того, что тот стал слишком жадным. Дух настоящего показал то, как все его знакомые веселились и праздновали, омрачившись лишь тогда, когда его работник предложил выпить за его, Скруджа, здоровье. Дух будущего же показал только могилу с именем Скруджа и то, как люди были не огорчены, и что были даже рады его смерти, и злорадствовали. Оказавшись у себя в кровати, он порадовался новому дню, ведь этот день, с которого он изменился к лучшему, потому что с этого дня он решил творить добро.